Глава Калмыкии Бату Хасиков принял участие в церемонии вручения национальной премии Российского союза боевых искусств «Золотой пояс». Мероприятие было посвящено 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Память героев, отстоявших наше Отечество, почтили минутой молчания. «Золотой пояс» в этом году вручили по 9 номинациям. Лауреатами премии стали бойцы, тренеры, функционеры, которые достойно и результативно проявили себя в прошлом году. Бату Хасиков отметил, что Российский союз боевых искусств, объединив последователей философии боевых искусств в большую семью, продолжает традицию и преемственности духа победителей. Мероприятие должно было состояться еще в апреле, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в эти планы. «Я рад, что хоть и в особом режиме, но премия «Золотой пояс» все же состоялась», прокомментировал руководитель республики.